Всем добро пожаловать ко мне на канал. Меня зовут Анна, я всех рада видеть у себя на канале. Сегодня мы с вами будем переделывать мои ноготочки. Моим ноготочкам уже больше месяца. Смотрите, как прилично отросли. Нигде вот здесь отслойки я пока что не вижу. А на этой ручке, девочки, я сломала два ноготочка. Когда делала поделку в церковь, я сломала два ноготочка. Не знаю, нарастить ли с вами на камеру или без вас. Это очень, конечно, тяжело. К чему мы приступим? Естественно, я стелю себе салфеточки без пылесоса. Мне удобнее работать без пылесоса, девочки, потому что кто меня смотрит, знает, что я инвалид первой группы. И вот так вот получается у меня столик находится по грудь, по мою. Если еще пылесос высоковато будет, мне неудобно. Беру я свой фрезер, беру я фрезу с сиреневой насечкой. И будем спиливать. Два ноготочка спилю с вами, а остальные девочки спилю за кадром. Так, девочки, спилила два ноготочка. Так, вот. Вот здесь я смотрю, у меня небольшая трещина пошла под корень. Потому что, девочки, нагрузка уже на кончик идет у меня. И вот она. Я прям чувствовала вот этот ноготок. Вот этот ноготок целенький. Ну, давайте сейчас я спилю все ноготочки и вернусь к вам. Так, все, девочки, спилила. Забыла вам показать, как я спиливала целый слой залези, блин, заговорилась. Шучу, конечно. Вот здесь забыла показать видео, это телефон забыла включить, как я выпилила вот здесь. Ну, все знают прекрасно. Кроме вот этого ноготочка и вот этого моего. Здесь, смотрите, я ставила до конца, я никогда не спиливаю. Здесь у меня не грязь, это краска, когда я делала поделку. Коричневая, и ее никак оттуда не выковыришь. Будем ждать, когда сама вылезет. Так, здесь я задела ноготочек. Чуть-чуть колочок. Здесь я спилила почти все, оставила тонкий слой базы. На этих ноготочках я оставила, можно сказать, ну всю, я только спилила покрытие и чуть-чуть это базы. Сейчас что мы делаем? Берем пушер и отодвигаем кутикулу. Хотя, девочки, я как в каком-то видео, я помню, что я говорила, что я периодически себе делаю. Ну, убираю кутикулу, чтобы она так сильно не нарастала.
И вот, наверное, сейчас скажу, даже меньше недели назад я убирала уже себе кутикулу. И она у меня прям тут не сильно наросла. Это был какой-то ужас. На себя времени. Вот знаете, теперь я 100% убедилась, почему вот, допустим, популярные там блогеры или какие-то мастера себе ноготочки редко делают. То, что вот отросшие или там сломался. А потому что времени нету. Так, что мы дальше делаем, девочки? Берем фрезу торнадо, которая мне так полюбилась. Я буду, девочки, наверное, пока что вот эти два ноготочка оставлю в покое. Пока что сделаем вот с этими. Обработаем все эти ноготочки. Сейчас покажу два ноготочка. Два пальчика, вернее. Остальные сделаю за кадром. Ну что, приступим? Так, все, девочки, обработала. Как и говорила, вот эти два пальчика я не трогала. Что мы делаем дальше? Дальше мы убираем всю вот эту вот пылюгу, то, что мы напилили здесь. Так, берем сейчас, девочки, ножнички. Берем ножнички от Stalex. Так, надеюсь, видно. И буду убирать кутикулу, девочки, которая тут что-то есть. Надеюсь, она там есть, блин, вообще неудобно. Прошу прощения, если буду уходить из кадра, потому что я не вижу, что я снимаю. Мне не видно. У меня так таковой кутикулы нету. Но все равно чуть-чуть подрезать надо. Но все равно, девочки, немножко прям. Вообще как неудобно. И снимать, и резать. Потому что, когда я себе отрезаю кутикулу, я ближе к себе делаю. Пододвигаю ноготочки. Давайте вот так попробуем высопустить. Так. И отрезаем. Опять убежала из кадра, девочки. Сейчас вернусь. Так как таковой ее нету. Хотя, смотрите, какие кусмари мяса. Мясо прям мясо. Я, девочки, себе не делаю маникюр. Фрезу не обрезаю кутикулу. Сейчас бы себя порезала на камеру. Так, ничего нету. Так, ладно, давайте в другую ручку я сделаю за кадром и к вам вернусь. Так, все, девочки, обрезала. За кадром я еще подкорректировала здесь. Теперь беру, девочки, вот такую вот фрезу. И прохожусь
Вот здесь, девочки. Остальные на ноготочки я сделаю за кадром. Так, все, девчонки, сделала. Теперь я беру пилочку. У меня от Stalix. Это со сменными файлами. Здесь у меня и на 240, 180 и на 200, наверное. Да. Мы берем, которые, девочки, погрубее. Так, Фокс, не прыгай. И прохожусь вот здесь. Сильно я их не буду. Я длину хочу оставить. Переверну, мне нужно кончик. Чуть-чуть. Так, и давайте еще... Вот здесь пройдемся. С той стороны мне нравится. Вот с этой стороны как получилось. Так, сейчас. Вот мне нравится. Мы смотрим с этой стороны. И с этой выворачиваем, как хотим, палец. И потом уже начинаю смотреть. Я знаю, что у меня пальцы, все ноготочки растут. Направо, направо. Они хотят у меня направо походить. Не хотят налево. И мне надо уже вот здесь кончик подровнять. Так. Вроде бы все. Да. Так, давайте следующий пальчик. Пальчик, ноготок. Так, девочки, остальные сделаю за кадром. Так, все, девочки, подпилила я свои ноготочки. Теперь я беру вот эту вот самую-самую мелкую вообще наждачку. И, девочки, за место бафика я прохожусь вот так. Один ноготочек я вам покажу. Остальные сделаю за кадром. Девочки, это не мастер-класс. Это я вам показываю, как я себе ноготочки делаю. Подготавливаю к покрытию. Вот вроде бы все. Да, гладкий, но не сильно гладкий, выровняла. Так, вот такой вот ноготочек получается. Остальные я сейчас сделаю за кадром и вернусь. Так, все, девочки, что следующее делаю? Следующее я взяла вот такой фрезу, шлифовщик.
Вот. Беру первое попавшееся масло. Шучу, конечно, это мое самое любимое. И мне наношу вот сюда в область. И буду сейчас шлифовать. Срез свой кутикулы. Вот это масло мне вообще больше всех понравилось. Знаете, какой запах у него? Запах духов Black Elixir. Подождите, Black Elixir. Black Opium. Black Elixir. Black Elixir, девочки, это уже аналог этот. Юдейма, который я люблю очень. Так, берем и шлифуем. Все, девочки, идем мыть ручки. Так, все, девочки, ручки помыли. Обезжирим. Ну и что думаю, девочки? Так-то, по сути, ручки готовы, только два вот этих вот ноготочка надо сделать. Естественно, девочки, прошу прощения, я сейчас это сделаю за кадром, потому что вообще мне неудобно. Сделаю и вернусь к вам. Так, все, девочки, посмеялись, как я себе наращивала два ноготочка. Ну, я вам показала один, девочки. Что хочу сказать, этот вообще гель. Сейчас я вам покажу еще разок его. Сейчас.
Я вообще вот этот вот гель брала, наверное, давно. В том смысле, то, что я забыла, как им пользоваться, девочки. Проще для меня полигелем, чем вот таким гелем. Так, нарастила два ноготочка. Сикось-накось опилила. Но это мои косяки, девочки. Я же вам не навязываю свои косяки. Сверху я укрепила райбер базой. От Мисс номер 25 камуфляжная каучуковая база. С таким, блин, смотрите, какой милашка. Так. И, девочки, прошлась я бафиком. Сверху прошлась бафиком. Так, давайте, девочки, вот здесь уберем все, которое пылюга налетела на эти ноготочки. Так, вроде бы все. Беру праймер. Праймер от Миис. И наношу на все ноготочки. На все ноготочки. Девочки, это не мастер-класс. Я не мастер маникюра. Повторюсь еще, кто меня не знает, кто меня не смотрит, кто забежал ко мне на канал. Еще раз скажу, я не мастер маникюра и это не мастер-класс. Я просто показываю, как я себе делаю маникюр, свои страдания. Как говорится, все косяки вам показываю свои. Почти все показала. Я не показала, как я опиливаю, девочки. Это для меня вот опиливать, особенно правую ручку, это что-то с чем-то. Это что-то с чем-то. Кисточка разетывается. Так. У меня что-то его осталось. Нет, ничего, но у меня уже там новый есть. Так, все, ждем, пока подсохнет чуть-чуть на воздухе. Немножко подсохнет. Мне понадобится кисточка. Мною полюбившая уже вся такая, извините, пострадавшая. Видно, что эта кисточка рабочая, девочки. Не просто так новая взята. И начнем мы, наверное, давайте с большого пальчика, что ли. Я вам покажу один ноготочек, а остальные я сделаю без вас, потому что, девочки, неудобно очень. Я сначала наношу вот сюда на краешек. Девочки, знаете, что больше всего меня сейчас добивает? У меня муха опять достала. И тут, знаете, когда я села, ее не было. И откуда-то она вылезла опять. Ко мне клиентка приходила. Кстати, она смотрела мои видосики. Может, я уже говорила в своем видосике. В каком-то или нет. Но прошу прощения, если еще раз повторюсь. Пришла и говорит: тебе надо мухобойку подарить. Я говорю: зачем мне мухобойка? Говорит: а что, говорит, тебя муха в видосике достает? В одном видосике достала, в другом видосике достала. Так, смотрите, я нанесла тонкий слой, не толстый. Беру тоненькую кисточку. Еще раз повторюсь, и это не мастер-класс. И подвожу к боковым валикам. Там заехала, сейчас уберу. И к кутикуле поближе. Так, здесь все. Рядышком у меня не оказалось апельсиновой палочки. Так, вроде бы все, нанесли тонкий слой. Теперь берем капельку. Мне вот эта вот каучуковая база очень нравится, девочки. Наверное, самая моя любимая. Я вообще ее люблю-люблю. Капельку такую, какую я жирную капельку взяла. Главное, чтобы у меня не растеклось. Но растекется, уберем. И вот здесь я растягиваю, девочки. Не знаю, кто как делает. Еще раз повторюсь, это не мастер-класс. Переворачиваю ручку, так вам не видно. И начинаю вот здесь выравнивать. Почему я ее сразу перевернула, девочки? Потому что сейчас она начнет стекать у меня на боковые валики. Я ее периодически буду вот так вот туда-сюда ворочить, чтобы выровнять. Вам, девочки, вам вообще не видно. Я тут залезла под телефон. Так, сейчас подождите, я посмотрю за кадром, потому что мне так неудобно залазить под телефон.
Вот тут мой косячный ноготочек. Вот видите, уже начинает у меня стекать. Начинает уже стекать. Я еще раз переверну. Блик сейчас делается и отправлю в лампу на просушку. Просушивать буду в 54 ватта. Сан у меня на 60 секунд буду ставить. Так, вроде, девочки, блик нормальный, мне нравится. Тут подкорректируем. Отправляем в лампу на просушку мой ноготочек. Так, девочки, вот. Так, укрепили. И укрепила я все остальные ноготочки за кадром. Беру. Мне надо теперь снять отсюда липкий слой. И, девочки, теперь я хочу забафить вот эту поверхность. Вот так вот это получилось у меня. Бафик я взяла маленький. Мне больше не нужен. Что сама хочу, того не знаю. Села сделать, одна идея была в голове, сейчас уже этой идеи нету. Я попробовала на типсе, мне не понравилось. Так, все забафили, девочки, теперь опять вытираем. Вот это все вытираем. И все, наши ручки готовы к нанесению гель-лака и дизайна.